заявленную благородную составляющую деятельности касок, и в частности опирались на вопрос, даже не столько опирались, сколько приводили в пример сомнения, а иногда просто разоблачение подлинности распространяемых ими материалов и видеороликов. Хотелось бы в этот раз привлечь внимание к выводам, к которым пришли шведские независимые правозащитники, которые проанализировали видео, опубликованное этой организацией. В ежемесячном журнале «Индиктер» Европейского фронта по правам человека опубликована статья, которая показывает степень цинизма и абсолютной бессердечности этих весьма талантливых режиссеров-постановщиков. Изучив с привлечением квалифицированных медиков видео, на котором показаны кадры оказания экстренной медицинской помощи детям, вот с точки зрения авторов этой статьи, все это свидетельствует о том, что проводимые манипуляции по спасению жизни не только в корне не соответствуют медицинским стандартам или инсценированы, но просто опасны для жизни. Бесчеловечнее всего то, что среди кадров на видео есть случаи, когда ребенка, как об этом пишут авторы публикации, в буквальном смысле под светом софитов просто преднамеренно убивают. Ребенку не более года, глаза полуоткрыты, он обездвижен, но жив. В этот момент в область сердца ему делают укол. По словам квалифицированных медицинских специалистов, если ребенок еще не мертв, такая инъекция его, скорее всего, убьет. Примечательно, что некоторые западные и региональные политики не раз со слезами на глазах, умиляясь, предлагали использовать материалы как неопровержимые доказательства преступлений сирийского режима. Совершенно естественно, что сейчас мы едва ли услышим их реакцию на разоблачение шведского индиктора, как, собственно говоря, не было ее в связи с жертвами среди мирного населения при не очень аккуратных и успешных попытках западной коалиции взять Мосул. Все это, конечно, звенья одной цепи пропагандистского сопровождения провальной политики на ближневосточном направлении, провальной политики наших зарубежных коллег.